Этот список есть не что иное, как расписание второго соревновательного дня чемпионата Беларуси по муай-тай. На повестке более 30 дуэлей. Всего же в турнир заявилось около 300 спортсменов. По традиции, отгулов никому предоставлено не было. Незыблемое правило – выиграл чемпионат, едешь на мир, все еще в почете и действует. Поэтому даже самые титулованные бойцы обязаны участвовать во внутреннем отборе. Конечно, далеко не все предварительные поединки впечатляют техникой и серьезным накалом. Все-таки уровень участников разнится значительно. Но где, как не в серьезной конкуренции, обкатывать молодежь и набираться опыта? У нас очень много появилось молодых ребят, юниоры, многие перешли в мужики. Поэтому и на этом чемпионате я думаю, что увижу каких-то новых звездочек, которые покажут настоящий муай-тай. И нашим, так сказать, старикам покажут, что места ваши не всегда свободны. На кону, помимо медалей, стоят билеты на мировой форум в Таиланд. Поэтому в ринге все работают до последних секунд. Победители станут известны в воскресенье. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, чемпионат страны, безусловно, получился. И тренерскому штабу при формировании национальной сборной будет из кого выбирать. Начало боев в спорткомплексе по улице Калиновского ежедневно в 10:00.